Всем привет! Я уже сбегала на рынок раненько утречком, и мне эти гости, а все мои друзья, здравствуйте, конечно же, в фулаке, я умывалась. А все мои друзья любят мои тортики, тортик скороручный, который не нужно выпекать. Я уже тестировала, мне понравился. Я подписана на много каналов с кулинарией, поэтому кулинария, там, приготовление, выпечка. Поэтому, девчонки, если кто узнает свой рецепт, отпишитесь. Мне рецепт очень понравился, теперь я его воплощаю в третий раз. И, ну, немного там по-своему его модифицировавши, как всегда я все делаю. Но он очень вкусный, поэтому хочу поделиться, сделать его вместе с вами. И вдруг захотите попробовать такой же. Прошу прощения, я уже вскрыла. Это не мытые бананы, я их откладываю. Этот банан уже мытый. Вскрыла и вспомнила, что нужно показать пачку. Потребуются пряники, ну, можно обычные на развес, я старалась единственное, чтобы свежие помягче они были. И вот такие у нас печенюшки песочные продаются, они у нас разного вида, но эти с запахом лимона я решила взять. И сейчас я буду поэтапно просто снимать, но здесь я почему взяла три банана, вот они еще два, теперь руки придется мыть, потому как здесь на три торта будет, если вот делать. Ну, где-то они получаются килограммовые. Единственное, что сметаны у меня уходит практически пакет пол-литровый. Но сахар ничего сюда больше не докладывается. Только пряники, бананы и сметана. Сметану уж какую хотите жирность уберите. Я беру самую маленькую жирность. Смотрите, я здесь пошире. Чем мягче, тем я пошире кусочки режу. Если пожестче пряник, ну, можно его совсем тоненько-тоненько резать. Ну, вот можете резать, как хотите. И раскладываете кругом. Заливаете сметаной. Чем жирнее сметана, тем она гуще. Но я из-за жирности беру слабожирную. Бананы я режу очень тонко. Это вот один получился толстенький край. Ну, насколько можно тоньше. Тоже зависит от плотности банана. Если мягковатый банан, более спелый, он более сладкий, конечно, слишком тонко его не порезать. Так, я смотрю, у меня не будет три торта, у меня, похоже, будет два. Ну, ничего страшного, зато вкусно. Вот, я уложила второй слой пряников. В этот раз у меня печенюшки не идут. Но печенюшки вот эти, песочные, это уже мое, как сказать, мое ноу-хау я сюда добавила к пряникам. Еще раз полила сметаной, уложила вторую часть банана, банан закончился. Сейчас я еще раз поливаю сметаной и уже начинаю выкладывать песочное печенье. В этот раз песочное печенье в один слой у меня будет, только сверху. Пока я занимаюсь тортом, тут у меня в старой кастрюле варится кукуруза. Кто знает, как кукурузу варить? Какая бы она старая ни была, кукуруза варится ровно 20-30 минут. Поэтому есть такой маленький секретик. Воды налила много, но что-то она не тонет. Нужно соды насыпать. Ну, щепотка соды, знаете, как чайная ложка, не больше, чтобы потом запаха соды вам не осталось. И все, и можете варить сколько хотите, но варится она ровно 20, от силы 30 минут. Посмотрите, какая красота. В принципе, если для себя делать, то можно оставить его настаиваться уже и в таком виде. Сейчас он у меня пару часиков, даже пару-тройку часиков постоит без холодильника. Я хочу, чтобы он пропитался. Я слегка придавила его. Сжала, как бы сказать. Но я пошла дальше. Это еще не все. Я еще пусть он напитается и покажу, что я делаю дальше. Пришло время сварить такую помадку, поливку, как сказать, на мой торт. Значит, что я сюда добавляю? Воды будет грамм 150. Это кукурузный десерт, я покупала на Кипре, именно, ну, это именно десерт, не совсем крахмал кукурузный, но я в целях экономии пополам делаю с кукурузным крахмалом нашим. И вот это кипрский кэраб, он, ну, что-то наподобие кофе-какао, но он уже сладкий, то есть порошковое дерево, сам порошок этот, он уже сладкий. Вот тоже в целях экономии, я не всегда могу так попасть на Кипр, как мне хочется.
Ну, где-то на год мне хватает, если я что-то привожу себе для выпечки. Вот тоже я с какао смешиваю, ну, где-то по столовой ложке. Все, сейчас я добавляю воду, размешиваю и завариваю как заварной крем. И покажу, что я дальше делаю. Посмотрите, какая получилась консистенция. Прям паста. Я сейчас быстро-быстро смазываю тортик свой. Ну вот, смазала свой тортик. Можно его теперь посыпать, конечно, крошкой. Он будет иметь более законченный вид. Сейчас я это сделаю. Ну вот, мой красивый тортик. Видите, как он сразу преобразился. При желании можно украсить фруктами, персики, например. Все, что мягко режется. Дыня, персик, те же бананы. Пожалуйста, на ваш вкус киви. Все, всем пока, всем приятного аппетита.